16. ГБ поставьте. А есть у кого-то сапрот? Бутылочку одну на этого. Сапрот с ГБ можно взять. Да я... Нет, не в гильдии. Какую-то или может на 50, который сапрот есть. Поставьте ГБ. У меня нет сапрот. Ладно, я маги, тогда ебаните столик, чтобы ману отжирать. Какой-то маг столик ебаните. Ага. Так, красиво. Все. Ну маг что-то не принимает, сумон, который мертвянчик вообще. Ага. Минимум. Мертвячка что-то. Че он там? Внизу. Так, ну короче, холипал на огонь, ауру бери. Там мастер ауру с массой крови будешь давать, если что, в критическом моменте. Похуй, короче, пошли бить трэш, мертвячка, если не будет, блядь, перебьем. Пошли. Да, в принципе. В первую очередь. Да, если что, доберем, если не будет. В первую очередь давайте жреца, короче, поставлю. Че, блядь, квадрат. Вот через него играем, все косты сбиваем. Не спойлим с него эту фигню. Шаманы могут не спелить. Так, ну я на гравилу тогда пообращаю внимание сейчас. Не бегал. Он там писал что-то в чат, прифляшка это. Написал, что сам прилетит. А, ну ладно. Возможно, у него КД раз на них сегодня. Ну, не знаю, да. Может быть. Что, есть, может, какое-то тело есть в гильдии, там, где быстрее взять, по сумму не будет. Ну, вон, спасите, я его ставил. Да, тебе надо. Короче, ладно. Хули дрочиться. Если есть какое-то тело, позовите. Тут кому нужен квест. Это он, блять. Лоб, давай еще раз шкаф. Смоним тело и начнем. Ты, короче, да вон, ты... я уже прокнулся. Ты, короче, танку троих, короля и кеглера и слепоглаза держишь, а я двоих вот этих гусей. Ну как обычно. Кеглер. Как обычно, черепок первым убиваем, после черепка уже крест. Этот хулипал. А ты кто-нибудь один? Закс на пуль, кроша в печеньку. А, нет, наоборот. Кто у нас? Звезду крошу на пуль, потому что кроша сейчас по-любому будет кто-то крутить, и кроша сорвут. И он просто фаерболом убьет. Все четыре роги. Хант напуливает слепоглаза на танку. А все четыре роги напуливайте ауешкой двух вот этих гусей на войда, на звезду. И череп, и крест. Только сильно там это... Короче, проверка на пол. Рыбу. Хэпал, ну частичку на звезду и танку хилишь. Так смотри, не улетай. Если улетишь. Ну и шаманы, смотрите, тоже разделите на кого это самое орехи. И эрдру заход и звездочку прям смотрите, чтобы не сдох. Как череп сдохнет, там уж проще станет. Давайте на счет 3 будем пулять. Раз, два, три. Мне сразу овца. Ну, так вижу. Так, дал массакру. Так, хулипал, давай свою массакру. Лучший крош, блядь. Сейчас череп добьем, может проще будет.
Так, ревностный прокнул, дал 50 на 50. Хулипал, если есть бабл, давай по мне каплю и по себе бабл. Либо 50 на 50, если что есть. Сейчас этого гуся уже добьем. Ой, звезда горит. Какая звезда? Где? Да там Холик спрашивает, кто говорит. Ну, как ты думаешь, Хулипал, на кого здесь давать еще каплю? То, наверное, танчит моба, который с одной тычки сносит 60% хп. Это, наверное, танк может быть только, да? Ну, наверное, не тот, который троих держит, потому что его бьет, как по пизде ладошкой. Хотя, смотря кто его хилит, может его долго не хилит. Ну, тоже по пол хп сносит. Всегда а тебе ты говорил, что у нас упадет человек, который не в дискорде, он лежит, блядь. Ну да, тут такого вот он до вихря. Короче, ставлю череп. Вот этот череп все прям в первую очередь бейте, потому что он будет откидывать по КД, это неудобно. И давай короля, короче, сюда. Короля забери. Забрал короля. Чтобы вас там не закрутило этим вихрем. Короче, Зулджина танчить протопалом очень интересно оказалось. Даже талант на скорость бега не пригодился. Хотя, по-моему, впроти его не берут. А что там его танчить? Ну там на пула не было в рейде, нужно было агро нормальное. Пришлось 5 шмоток одевать. Кольцо, шею, на ретрика с острова. Шмотки там еще какие-то, пояс. Треньки. Ну и агро стало прям. Агро хорошо стало, прям много. Никто не сливал. У тебя он 10, это 2-10, 2-9, да? Нет, 4-9 у меня. Ну это топовая штука на данный момент. Даже Т10, наверное, сосет, потому что тут считай БЗ снижается на 30 секунд. То есть не раз в 2 минуты, а раз в 1,5 минуты. Топовая вообще фигня. Ну, мне так кажется. Не знаю как. По ощущениям это топовая тема. Короче, если кто-то есть подходящего гира в этот CLK-25 обычка, сейчас 17.30 будет стартовать рейд. Требования 10 000 ДПС. Знание тактики. На 8 боссов примерно пойдем. Если на сурке будет 240 с лишним ДПС, можно даже проха потратить. Ну, только до 8 рейд будет. Ну, по крайней мере, рейд может и дольше, не знаю, но я до катанком пойду. Дима, обновишь, если что. Вот, так что я заюзал уже. Если кто-то желающий из пугов есть, то имейте в виду целкашечку. Воля, как там парол, спрашиваю? Воля, как там парол? Ну там скажут, я не знаю. Фанги, наверное. А мы там с кого парни? Орфанга. Блять. Пиво где-то. Эх, был бы я каким-то куриком, рога или котов. Хотел бы эту воду. Хотя может сейчас лучше три не есть. Вихрь, отбегайте. Сейчас сдохните. Так, а что у тебя там энхот этот дает? Это где? Атака. Да я не дал ничего нормально. Растак. Это вот это растак. Сейчас я нагрули. Да, 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 это он, это он. Молния, атака ближнего. Даже масло не выпил, ничего. Отговорки пустые. Ой, и сорян. А это фир, это фир, не знаю. Я ее перетаунил вроде. Ну, перетаунил на первом месте. Я стоял в хуйне.
Ссылка также будет, да? Теряет пока. Ссылка. Не буду тащить. Буду в чумке сидеть, да? Да, да. Что там выпало? Так, тут выпало Навара, просто друид. Да, я вижу. Запах хороший. На офспек когда надо было писать? Какой момент рейда? Не надо было, ведь. А по умолчанию. Какой ДПС? Скажите. Чего? У тебя 12. Ровно, нахуй, 12 ровно. Ну ты на первом месте сейчас. Ну у тебя почему-то атака ближнего боя, а не быстрый я наоборот должен быть что-то. Так у меня скорости 0. Я без скорости. Скорость. Я скот. Я еще даже не знаю, какие кнопки нажимать. Я только вот сейчас спекнулся. Похуй, на какие бог пошлет, просто такие нажимай. Похуй, расправа и отравление, блядь. Твои единственные кнопки намутят. Все. Ну тут же еще в инвиз надо по КД уходить. Закрываешь глаза, ну, это и, да. И пальцем по клавиатуре ебашишь. Где-то рядом там лежишь. Там похуй. 10к дашь проходной, похуй. Ну я вчера был, что ли, там 4к маги давал ссылка. Это когда Шархан? Ну ты же знаешь, как он рейды подбирает. Да блять, он если соберет рейд, то все, он будет до конца с ним. Не поменяют ни одного человека. Ну истинный предводитель. Никогда не бросает своих. Пиздешь, бросил своих. Своих в доску. У тебя что за пуха, кстати? Никого. Зуламана. Ты уже захотел? У меня ссылка. Я громилу подержу. Ух ты, сука, зафирял. Падла. Ну, нихуя. Он пятится от меня, мог меня боиться. А была такая приколюха в ВВК. Еще раньше на X2 их можно было таунтить в ВВК. И, короче... Когда на него идешь вперед, мог вот тебя пятиться. Ну, типа, принц какой-то делает или что, блядь. Я его так по кругу водил под стенкой. На него такой подходил, он пятился. Так, даем ребаф. Смотрим, что там. Короче, что у нас? Блять. Давай, короче, халява и Тиландер. На звезду на пульте. А Хант. И я дымажу на пулиш на кружок. Жень, что ты хотел? Потом, если что, надо будет напулить и на кружок больше. Что на ШД ролю, если что? Хорошо, на ШД ролю. Хорошо. Проверка готовности. Смотрите, из пула милики не врывайтесь, потому что протопалы. Есть у кого банка на... Киньте, пожалуйста, на шамана. Так. Кунку есть банка на? Да, давайте. Давайте приготовились. У нас человек вылетел. Кто-то вылетел. Ренат, как всегда, блин. Прук. Давайте минутку подождем. Ладно, приготовлен, зашел. Зашел. Это готовность еще раз. Можно пристабал? Как есть. Престов нету в рейде, но если у кого-то есть покупной. А, блять, да. Шаман сейчас готов, увидим. Там, третья пати. Что-то шаман АФК. То он здесь вроде. Прими готов, шаман. На счет три буду начинать. Раз, два, три, поехали.
Главное, чтобы танку второй прогро был. Вот, вары, притормозите там. Чтобы вас не шотнуло вдруг. Так, что у нас там на апокалипса надо? Дал сальву на апокалипса. Так, сейчас надо дать массакру. Дал массакру, надеюсь, спасет вас. Нормально. Угу. Там говори, на кого сальву, а то у меня омен забагался. А, ну до Серафима, да, пока. Скиллованные вары, конечно, вмешательство могут юзать. Ну, то есть, надо IQ 200. Не входит в ротас. Ну вот именно, что за это и IQ 200. Даже надо стойку сменить. Выбрать челика своего. При том того, у которого агродов я. Короче, сука, если тут мой кусок не выпадет, я не знаю, блядь. У меня просто очко взлетит. А чего тебе надо? Это четвертый кусок. Ну токен, блядь. А. Ноги? Ну. Один вопрос еще другой. Уточняю. Но он же сказал, если тут кусок ему не выпадет. Вот эти ноги всегда всем нужны. Да это жестко, вообще. Не падает. Он проклятый, блядь. Это ски, потому что не все нормально. Тут, короче, смотрите, милики, там осторожно, у вас 15 человек в рейде. Сейчас, чем больше стаков у босса, тем больше этот обвал с потолка блёр. То есть внимательно смотрите за своим ПП. И это, в стаках на 8, наверное, вот сейчас 5 стаков. Так как на 8 эрдрушник начинай 3 стака омоложения жизни цвета держать на мне, на звездочке, на воде. Чтобы во время того, когда вы с салом стоите, был прохил так немножко. Сейчас а мы в 3 танка идем? 2. В смысле, перед нами чел танчит. Сука, я сакру не успел дать, нахуй. Кто-то успел? Вон, кто-то дал. Минус 2. Так, халява. Дима. Котяра, поднимай халяву, а эрдру поднимай булс. Ну и когда поднимете там каску, лапу и кулак. Помогаем опять. Эрдру поищи там это. Мага. Ага. Я ж спрашивал, парни, вы со мной не разговариваете. Братан, ну, чат прокрутился слишком быстро, я не успел заметить. Хорошо было бы, если бы ты купил микрофон и начал разговаривать в Дискорде. Тогда, возможно, мы бы услышали... Ну, там мощные люди. Нет прав. А, нет прав? Сори. Надо изменить на то, чтобы здесь... Тогда надо спать. Этот режим радио. Не радио этого. Режим рации, что был, да? Да, режим рации. Значит, братан, у тебя стоит активация голосом, и ты там чавкаешь, сидишь чипсами, сухарями скрипишь. И из-за этого здесь автоматически отключается тебе звук, чтобы ты этого не делал, чтобы проходили рейд нормально. А, если у тебя рация, ну, значит, кто-то тебя замутил. Может быть, нет, у нас канал тут, если роли нет, автоматически пугом блокирует микрофон. Частица 1 секунда, холипал обновляет. Частицу света, ага. Щиток земли там обновляйте, чтобы не слетел. Так, пришло время повешать на себя паладиновский щит, да? Что-то пробиваем. Я дам сокру. Сейчас самый страшный удар земли тут может шотнуть всех. Поэтому надо нажать свои прожимки, протовары, точнее вары просто. Можете прожать этот, как он называется.
глухую оборону. Надеть щит, нажать глухую оборону. О, красавчики. Только маг глыба КД, наверное, была. Видно, с кем-то рейндж не держал или встал в завал. Маги они такие, они быстро дохнут. Так, ну ревностный пока не прокнул, но, наверное, скоро прокнет. Блять, а куда частица делась? Или это баг какой-то? Еще раз повесил. Бесит. Короче, холипал, давай на меня каплю, а на себя бабл. Должно помочь. Занять жертвенность, если что. Это по звезде. Ага, хорош. Прям вообще. Ну, все сейчас кончится. 5 секунд, я уже по себе всех не всяк дам. Там завалы, смотрите, осторожно. Так, полтинник отдал. Еще ревность не останется. Да, ну что-то ДПС вообще слабо вроде. 5 человек 50 подают. Так, триньки прожал. Да все, добей. Ага. Сука, сучий глаз, сучий потрох. Не выпало говнище, блядь. Сучьи ноги. На ДК. Маги, портал поставьте. Значит, до следующего КД, блядь. Да, портал Шестрат, летим на магика. На кубы 5 плюсов. Танку постоишь, да? На центральном кубе, короче. А там будет видно все кубы, если вдруг кто-то не прожмет, мы его пидором обзовем. Ладно, ладно, сейчас сам не нажму. Ладно, отойду на минутку. Три челика и апокалипс, треугольник. И пятый челик на куб. Кто-то еще. А где портал? Что-то не вижу. Маги, есть портал, Шатрат? На меня метку поставил. Так, на кого? Филандор, я ж красовал. Да, на тело стоит. Да. Не обратил внимания. И еще. Ну, я могу встать. Давай. На расстояние. Давай. Давай, так. Луна получается сейчас поставлю. Ты в какой пати? Первый, да? Блять, что? Какой-то баг. Почему-то не ставилось на тело. О. Да, я все время с какими-то багами связан. Баганы по жизни. Моя жизнь — это баг. Жизнь замерзула, блядь. Сука, как я расстроен, блядь. А там еще какой-то токен может тебе упасть? Нет, там этот самый, что там, грудак? Ну, грудак есть. А, подожди, что-то я тупой какой-то, блядь. Я же штаны забрал в прошлый раз. А тебе нужно? Да, еще есть надежда. Надежда есть, сука, нихуя. Это я забыл. О, просто. Ебать, я вспомнил. Давай, давай. Оказывается... А, нет, нет. Да, блядь, ну это... Сейчас, короче, если грудак паласки падает, это просто, блядь, бомба будет. Давай, маги, последняя надежда. Сейчас еще нужно, чтобы кубы все прожали. Не, ну вроде челики нормальные, все ники знакомые. Ну совсем без дискорда. Но у него ДБМ есть, в принципе, чё? Да нет, тебя в дискорде, это просто прочёл мысленно. А, ты зашел в ДС? Нахрена? Что-нибудь? В смысле нахрена? Сейчас он возьмет и уйдет. Я могу выйти. Тут, короче, это смотрите, значит? Ребята, сейчас засумоним лок, если прилетел сюда. Или лока сумоним. Если лок вынести. Ну все, тогда сейчас засумоним. Короче, тут самое опасное — это трэш, короче. Вот, он может шотнуть, там такой с неба огонь летит. Надо будет из него выходить, потому что он дамажит по 10 тысяч в секунду. Вот, это не прохиливается, хилы вас уронят, короче. Нужно 280 этим левел, чтобы прохиливать. Вот поэтому надо очень осторожно. Нужно кикать косты, мобам будет. Но не диспель.
Ну и не диспель. А, это похуй. Диспелят сдохнут похую. Главное из огня выходить, который с неба падает. С потолка. Все. Ну вот, а ты не дамажу, не дамажу. Что не дамажу? Да, и Серафиму. Ретрик и Эрдроу не принимают пати. Сумон. Сейчас пока баф пойду принять. Хотя Эрдроу надо лучше, чтобы был здесь. Эрдроу здесь. Не, Эрдроу тут. Пал что-то. Похуй, напало. Пошли потихоньку. Так я вон был. Три моба только начнем. Так, что там у них? Чтоб нас не разъебали. Вот, вот этот огонь, я про него говорил. И в него нельзя вставать. Иначе он ваншотит вас. Видите, пол хп уже у рейда нет. Это я шучу, конечно. Вот Эрдру почти убили. Сейчас стонцы. В принципе, мобы худые, как бы быстро сливаются, но стоять у меня все равно нельзя. Вот огонь полетел, выбегаем из него. Вот, блять, койл кинул, сука. ВП все равно. И тоже станки мобов там. Это меньше они будут всякой параши призывать. По КД там всей своей хуйни. Что-то ты в стенку бежишь. И управляешь своим персонажем. Так, пошли вот эту пачку разобьем. Я сколько дамажу? Че за вопрос был? Едкий яд, поскольку дамажит. Ой, опасно. Дал массакру. Выхиливаемся. Нафиг его знает. Ну, в смысле? Не обращал внимания? Да я не обращал внимания. О, на огонь выходим со мной. Мне тут еще не забывать. Половина кнопок каких нажимать надо. Что выходит? Ничего, привык. Я эту мясорубку жму бесконечно по привычке. Трачу комбо, очки, блин. Когда она висит у меня бесконечно, я жму ее еще бесконечно. Ну, рога стала интересным, наверное, по сравнению с стандартным вот ВК. Тут какое-то разнообразие всяких ротаций. Чё, привык? Научи, ну просто научись забывать. Вот там внизу еще мобы. Ну. У нас точно сова есть? Вообще не сылиты. Дагон Акума должен быть. Может он сейчас отошел туда? А ты... Кому должен быть вроде сова? Он звездопад с пула дал и ушел туда. Так, что там? Посмотрим, есть ли еще мобы. Вон какой-то петух бежит. Там он еще есть. Да, есть соло. Ты этих мобов в начале соло протанчишь? Да, наверное, на пулах дохуя. Да должен. Там плюс войска еще призывают. Давайте с огня.
Да, хорошо. Хотя лучше в танкшмоте тебе все равно куб нажимать. Это ж танку говорю. Ну я одену как это. А, ну на куб ставь. Так, подходим пока что все. Бафаемся, ману отпиваем. Пока он спит, я сейчас ману немножко отъехал. Слушай, я не знаю, ну да, можно в принципе. Давайте хилы так, этот самый. А, сейчас я быстренько медленки поставлю. Так, ромбик. Полипал, ну ты, короче, это. Берешь либо ромбик, либо треугольник возле босса. Ой. Тут уже поставили. Да, я пускаю. Вот. И, короче, хилишь. Так, что там, если так вот озвучить? Танку на центральной звезде стоит, на кружке рога. Вот рогу, звезду и кружок давай подхиливает какой-то шаман. На выбор там между собой определитесь. На луне у нас кто там? Шаман. Вот, вот надо будет его подхиливать. И треугольник, блять. Я не знаю, как это хэпал сделать. Или, или шаман второй встанет луну подхиливать. А хэпал между ромбиком и треугольником будет. И ромбик, и треугольник. На треугольник, допустим, частицу и ромбик хилишь. Вот. Если, короче, вас хилы не будут прохиливать, если как-то не получится что-то там, ну, отпускайте луч, типа, пофиг на этот ДПС. Давайте, заходите в комнату, проверка на пул. Все с пула на пулы на черепок, на войда, всех этих мобов. Первую массакру я дам, и сразу войско можешь сирунок вызывать, и потом секунд через 20 второй ДК вызвать. Так, котяры нету. Бляд. Котяра, подбегай. Все, на счет 3 будем пулять. Раз, два, и пуляем. Сейчас только они когда сбегут. Мы косты не назначим. На что? А похуй на косты. Просто сбивайте, на кого бог пошлет косты эти. Так, нормально вроде. Изо всех сил прямо уешьте. Сейчас на следующий каст я уже дам массакру. Так, массакру дал. Нормально. Ну и хули пал, на следующий каст дашь массакру. Активация по минуту, можно почилить, анекдот рассказать. Анекдот говорит, да? Угу. Вышел как-то злом, еще не стал. Давай, у тебя 40 секунд, рассказывай. Я только хотел сказать, вспоминал начало, блять. Короче, попадает наркоман в ад. Смотрит, думает, блядь, котел, ну все жарить будет, черчи помрет, блядь. Попадает в ад, смотрит, огромное поле конопли, просто все в конопле. Тот, блядь, радостный, видит, чуваки стоят какие-то, блядь, грустные, подбегает, блядь, типа, бля, охуенно, мужики. Начинает собирать, он говорит, нахуй ты собираешь, вон уже собранное лежит. Он говорит, да, бежит, собирает, начинает сушить, он говорит, нахер ты сушишь, вон уже сушеное лежит. Он забегает за сушеными. Складывать, типа, сверток делает. Блять, они говорят, зачем ты это делаешь? Вон уже свертки то лежат. Все такое. Хоп. Пацаны, есть огонь. Если, блять, был бы погонь, то был бы прай. Да, хилю. Ну все, миссия в этом рейде у меня закончилась, можно ливать, как бы. О, нахуй. Акума. Рассекающий удар. Как-то получилось под лицо. Как он сову, то ее минус меткость. Подбежал просто под лицо где-то, но он же рассекающий идет. Этот самый, ну давай, котяра тут ресни сову. У меня с проблемом говорить про кубы, пожалуйста, значит, ага. Спасибо. Вы стоите около ромика? Если что, на замене будете. Да я озвучу нормально.
Не, ну просто Серафим бьет босса. Давайте готовимся там. Сколько там? Серафим, не бей босса, иди на кубе. Иди на куб. Иди просто стой на кубе. Твой ДПС тут не нужен. Да, не ДПС, типа, просто нажмите. Стой кайфуй и все. 10 секунд. 6 секунд, 5, 4, 3. Встань, встань на платформу. Готовься. 1. Нажать. Держим. Все, отойди и стой у стены. Ты веселый босс. Может просто у него топорик покидать, что у тебя там метательный? Это кого? А так не подходи. Ты на кого тэшки собираешь? На хила? Да. Четвертый кусок остался. На ретрике есть? Да, там пиздец протестить охота. Да не нужен раскол, все, сейчас ты сейчас, если он тебя убьет, некому нажать будет. Ты же не один вард. Откидывание куб будет. Как у тебя откидывание для любой на это пишет? Никак, я просто знаю, что всегда второй откидывает. Да, после второго будет сразу. Паладин, который второй ауру. 3 секунды. Поставь... 2 секунды. Поставь первую, например. Нажали. Нажали. Ебать, я отпустил. Я похуй. Не прохило. Если плохо хилят, то пускайте. Ну, чтоб выжить. Не пустил. Хила 3 штуки всего, там ДБ спекнулся. Или не спекнулся, что-то я его в ДПС не вижу. А кто должен был спекнуть? Это вдруг. Так все хилы же. Ну и вдруг. Да забей, хиль тогда лучше вон метки там. У выхода, которые. Чтобы другие хилы когда здесь. Когда сказал, я не понял, сразу говорю, была твоя локация, ему фотка. Да, ничего, нормально. Сука. Понял, да, о чем я? Да. Готовимся, собирайтесь. Серафим, на платформу. Готовьтесь. Пару секунд. Нажимаем. Ну, прям так долго не просим. Сама, щит можешь не навешивать, он же это, от него толку нет на кубе. Щит земли же отхиливает, когда урон идет прямо. Если 2Т4, то он все время отхиливает. Да, нихера он мне не отхилит. Его порезали, блять. Он же побольше хилит, сейчас пиздец. Что-то... Акума, откуда ты в игру появился? Это баг какой-то был? Куб 20 секунд. Ну и то, если сейчас потолок будет, таймер собьется. Не добит. Mm-hmm. Ну да, только две роги. Ебись дают. Встали на кубок. Приготовились. Нажали. Серафим, я видел это, Серафим. Я видел там это пиздец. Проебался? Чё он там взял? Он нажал раньше. А-а-а. Мы его подстраховали? Нет. Это касты вовремя начал произноситься. А-а-а. Серафим, я позвоню твоей маме, сказал, что ты баловался. Все будет сотрясение мозга. Уйдите с центра. Прямо. Я прям там вижу хопаловский токен. Прям в этом магике. Да я тоже, блядь, вижу уже, пиздец. Нет, смотри, чем он упадет на друиды. Тут Ваньца 3. Тут таймер собьется, так что когда скажешь, тогда прожмешь. Раньше не нажимай. На 3 секунды собьется. Как видишь, что у магика К сразу другой, все нажимай. Он больше ничего не кастует, только вспышку. Запомни цель его и просто смотри, когда у него он кастует.
Хэйми, так скажешь. Ну ничего не стоит. К откидыванию. Встали на платформу. Приготовили. Еще 3 секунды плюс, ждите. Нажали. Интересно, добить успеем? Не, вряд ли. Сейчас я вам помогу. Еще один куб, скорее всего. Под процентов 3, так. Блин, 6. Его надо не прожать, ребята. Пошел тоже. Что там, сколько секунд? 30. Бля, когда-то бывали такие рейды сложные, что за 10 секунд надо было лям сносить. Вот где. Ладно, пройду хочу-то я. Готовьтесь на кубок. Приготовились. Встали на кубок. 5 секунд. Ну, сказал же, 3%. Нажали. Там получается тогда сбилось на 3 секунды, а здесь наоборот на 3 секунды раньше. Блять. Ничего интересного. Так, ну с этого босса начнем. Сначала вот эту парашу. Кидайте ролл. Ну давай, сотка. Ага. Вон, 99 кинули. Сколько я выкинул? 25. Так, шинг 99, да? Так, а где он? В какой пати? Шинг. А, вторая пати. Вот этот обоссанный мешок надо кому-то? Оказывается, надо. 12. Тебе он нужен, Женя? В ГБ бы это, в банк бы закинул все в ячейку, или нет? Шел нахер, было дороже. Так, у меня сумки. Так, следующая голова. Семьдесят пять, Айзек. Там груда купить хотят уже. Я помню. Глаз. Топовые нахила. Соунджа. Ты шел в ДД, если не ошибаюсь, правильно? Да. И тут Соунджа. Да, он в ДД. Давай его осмотрим на всякий случай. Че смотреть, вон он. Ты шел в ДД, зачем ты кидаешь на хиловский этот самый ролл? Значит, я отдаю этому Д-босса. Спина. Вообще нужна, как бы, сейчас посмотрим. Уже сейчас шмотки разорвем, Т4 посмотрим. Кому что надо. Прок, ну 88. Где ты вообще? А, вот он. Так, теперь сейчас следующие 4 шмотки обмен черепку будете кидать. Голова обоссана.
никому не нужны. ЗАГС обмен. Черепку где-то. Следующая. Топовые наручи. Прокнул, давай обмен. Нет, не прокнул. Галард, Галиард, который кулаки бафал. Повезло тебе. Паладину повезло больше. Да, кстати. Давай тогда этому прокнулу передай. Прокнул, как тебе передаст, скажешь. Прокнуло Вару, передаю ему второй рог. Я что-то забыл про это. Хорошо, что ты вспомнил. Вот эту парашу, что это? Левая рука, щит. Это что вообще такое? Даже не помню, что тут такое было. Хублер. Больше никому не надо щит. Рэл, чекни ЛС. Там как код пишет какой-то. Просит, чтобы ты чекнул ЛС. Да я помню, сейчас доберемся до точки. Секундочку, одну шмотку осталось. Ну я видел насчет это самое. Сейчас. Сотка, куплер. Не знаю, зачем тебе это, конечно. Хилы тоже, конечно, берут, но это параша полная. Я бы на том месте кому-то отдал. Сам отдашь, короче. Это. Значит, три токена осталось. Один из них уйдет анролом. Вот, кому какой нужен токен, в ПМ пишем войду цифру. Я знаю, что грудь. Что цифра какая у тебя есть. Цифра. 25, если что, есть. ДКшник. Не, 4К мало. На счет 3 за 25 уходит. Раз, два, три. Котяра. Все, и 2 осталось. Грудак, короче, вот этот, который с магика упал, он анрол. Осталось плечи. Лар-жрец, друид и штаны на ДК. 95 прокнул, давай обмен. Кого собираешь, ДД или протовара? Так, и штаны. Всем уже спасибо за рейд, ребят, удачи. Сейчас я линкану вам, я забыл линкануть. Так, рейд ДБК, логово Мортиридона. Сейчас я линкану. На воин жрец друид. Вот. Вот это. Unroll ушло. Так, а кто штаны выиграл? Акума только кидал. А, это анрол ушло. А на штаны кто там кидал? 96 сирунок. Получается, все, 96 сирунок. Давай, обмен. Все, наши штаны. Всем спасибо. А, да? Мы
это, наверное, мышка соскользнула. Нет, плечи я линканул вместе с плечами. Если что, если ты в дисе. Там два раза написано на плечи, а не на плечи и грудак. Там нормально все. Так что я не ошибался там.